Эй, привет, счастливые люди! Эта неделя была для нас с братом очень насыщенной. А как прошла ваша неделя? Кстати, вы уже посмотрели то, что мы для вас натворили на этой неделе? Если нет, то не стоит откладывать на потом, потому что вас ждет не меньше творческой добавки. Начнем с полюбившейся всем рубрики «Комикс-братья» и рассказа о том, как написать сценарий для комикса, да и не только. Мы прольем свет на важные моменты и дадим советы, которые в свое время хотели бы, чтобы дали нам. Будет это в понедельник, 15 марта. О, я знаю, вам понравится творческая среда на этой неделе. Мы расскажем, как шаг за шагом привлечь аудиторию к вашему творчеству. И уж точно удивим вас фактами о нашей родной планете, в которой сложно будет поверить, я знаю, но это чистая правда. А после сразу познакомим вас с книгами «Никогда» Нила Геймана и «Хорошо быть тихоней» Стивена Чбоски. Эти писатели дадут важные советы для тех, кто хочет встать на путь сочинительства истории. Когда этого ждать? Да в эту среду, 17 марта. А вот в пятницу, 19 марта, мы поделимся интервью Игоря, которое он давал утреннему шоу, где поведал, каково быть художником комиксов, и рассказал немного о нашем комиксе «Счастливого конца света». А что это у нас тут? Ах, это уже суббота, 20 марта. В этот день мы устроим прямой эфир «Братья» по стриму, где вместе с вами по традиции будем рисовать, говорить о творчестве и слушать приятную музыку. Не хочется вас огорчать, но если вы еще не подписаны на наш канал «Амброзия» на YouTube или не включили все уведомления, то пропустите все веселье. А мы знаем, вы этого не хотите. Кстати, напишите нам в комментариях, как прошла ваша неделя в творчестве. Серьезно, мы хотим знать. Договорились? Вот и отлично. С вами были братья Зиненко и канал «Амброзия». «Амброзия». Смотри, вдохновляйся и твори.